Зачем развернули на границе 4 дивизиона? Зачем? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам бы нанесли эти удары. Там две позиции, по-моему, была точка У, а это 120 с лишним километров. Россияне наносили удар своими ракетами, по-моему, «Искандерами», я не помню, для того, чтобы обезопасить свои подразделения. И тогда они ввели 20 тысяч своих ребят, войск с территории Беларуси, которые были на учениях, это Восточный округ, даже не Западный, это вон с Иркутска и Дальнего Востока вооруженные силы были. И они вынуждены были их ввести туда. Вот почему с нашей территории. Но это не значит, еще раз говорю, что я оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете. Ваши наемники и ваше оружие. Так вы же еще больше агрессоры, чем я. Ну так, слушайте, ну давайте уже исходить из одинаковых принципов и критериев. Вы больше агрессоры, натовцы, чем Беларусь.